Известный певец Владимир Трошин пел песню «Годы, вы как чуткие струны, только тронешь, запоет струна». Ну, а если перейти к гармонии, то на старых гармониях «только тронешь, отлетит запчасть», можно так интерпретировать эту песню. Вот сейчас я развернул эту рябинушку, что называется, левой стороной, да, и вот тут интересное явление. Ну, конечно, для меня оно не интересное, а очень частое, но для многих наших слушателей, зрителей, может быть, это новость. То есть только тронешь, отлетит запчасть. Какая запчасть? А кожаная запчасть отлетит очень быстро. Вот, допустим, пинцет здесь, да? Вот я теперь поднимаю одну из лапок, да? И пинцетом захожу туда. Вот так, раз. Только тронешь, отлетит запчасть. Вот уже кожа отлетает. То есть здесь никто не ремонтировал за последние 50-60 лет. И кожа сама по себе отошла от своей лапки. Вот результаты клея, который использовала тульская фабрика 60 лет назад. Вот. Это натуральный кусочек кожи, да, безусловно. Но с этой стороны, вот клей уже все, ему хана. Вот. И я должен тут тоже заметить, что когда фабрика делала вот такие металлические лапки, да, то вот в течение 30-40 лет они все отлетают. То есть кожа отлетает от этих лапок. Вот. А если фабрика раньше, это тульская, делала деревянные вот эти все башмачки, там, как ни странно, это держится 50-60 лет. То есть на дереве вот эта кожа ведет себя хорошо, тем же клеем, скажем так. И так работа продолжается. Только тронешь, отлетит запчасть с этой гармонией под названием «рябинушка».